В Астане начался суд по делу бывшего министра образования и науки. У чиновников Кызылорды выявили поддельные сертификаты госслужбы. Нами материалы переданы в департамент финансовой полиции. В Москве озвучили основную версию схода поезда в метро. Итоговый обзор событий дня на седьмом канале. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Громкий судебный процесс по делу бывшего вице-министра образования и науки Саята Шаяхметова начался в Астане. Высокопоставленный чиновник был взят под домашний арест в мае прошлого года. Его и еще троих человек обвиняют в хищении бюджетных денег, которые были выделены на строительство межрегионального центра для подготовки кадров в Усть-Каменогорске. Наш корреспондент Айгуль Жамалова присутствовала на первом слушании. Сегодня бывшего вице-министра образования и науки можно характеризовать двумя словами – сдержанный и немногословный. Лишь в зале суда Саят Шаяхметов немного раскрепостился. Его предполагаемые подельники – Тутубалин, Кирев и Пак, пожелавший остаться вне кадра – держались отстраненно. Присаживайтесь. Их задержали в мае прошлого года по подозрению в хищении 1,5 миллиарда тенге путем растраты. Шаяхметова и Тутубалина взяли под домашний арест. Киреева и Пака заключили под стражу. Вот тот самый недостроенный объект, вокруг которого и вспыхнул громкий скандал. Усть-Каменогорский межрегиональный центр по подготовке кадров, рассчитанный на 700 человек. По словам прокурора, государство выделило свыше 3 миллиардов тенге на его строительство. Срок выполнения работ был определен как 31 месяц и 11 дней, то есть до 31 июля 2013 года. В соответствии с требованиями вышеуказанного договора Министерство образования производит авансовый платеж Тулузагсервис в размере 30% от общей суммы договора на текущий финансовый год. Остальные платежи Министерство будет оплачивать в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ. Фиктивные акты выполненных работ на шестизначные суммы подписывались ежемесячно, говорит гособвинитель. Она утверждает, что деньги обналичивались через счета лжепредприятий и распределялись между соучастниками преступной схемы. Однако подсудимые не признали своей вины ни по одному пункту. Шаяхметов также сообщил, что на момент задержания был безработным. Я не признаю вину в полном объеме. Не признаете? Не признаю вину в полном объеме. В ходе слушания судья поинтересовался нынешним состоянием строительного объекта. Для этого к трибуне пригласили представителя Министерства образования и науки. Однако он, как выяснилось, совсем не подготовился к процессу. По факту, я не совсем материал. То есть вы не готовы сейчас? Вы не готовы, выходит на процесс, да? В конце заседания адвокат Шаяхметова попросил судью сменить меру пресечения подзащитного, а именно позволить бывшему чиновнику покидать дом с 8 утра до 8 вечера. Объяснил это тем, что у Саята Шаяхметова трое несовершеннолетних детей, с которыми беременная супруга самостоятельно не справляется. Но судья ходатайство отклонил. Айгуль Жамалова, Булат Каманов, 7 канал. Заместитель акима и главный специалист села Айтеке-Би Кызылординской области использовали поддельные сертификаты, чтобы устроиться на работу. Об этом заявили в областном департаменте агентства по делам госслужбы. В январе этого года чиновники провалили экзамен. Они сдавали тесты на казахском, а принесли копию поддельного документа на русском языке. Кроме экс-сотрудников акимата, также были наказаны члены конкурсной комиссии. По результатам проведенной работы на заседании дисциплинарного совета этот вопрос рассматривался. Эти два человека, которые представили подложные сертификаты, рекомендовано их освободить от занимаемой должности. И в связи с тем, что в их действиях имеются признаки уголовного преступления, нами материалы переданы в департамент финансовой полиции. В отношении членов, председателя, членов секретаря конкурсной комиссии рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. На данный момент всех отстранили от занимаемых должностей. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело ведет финансовая полиция. Также к ответственности будут привлекаться создатели поддельных сертификатов. Дикий-дикий Запад или вестерн по-актюбински. Группа вооруженных людей в медицинских масках ночью напала на местное кафе, чтобы похитить
игровые автоматы. Ограбление в деталях сняла видеокамера. Ее нападавшие не заметили. Все произошло в 4 часа утра, когда в здании, кроме охранника, никого не было. Полицейским такое ограбление показалось весьма странным. Зачем преступникам такая нажива? Кстати, они принадлежали двум разным владельцам. Оперативники предположили конфликт интересов и не ошиблись. Признался в итоге охранник. О нападении его предупредила заинтересованная в пропаже автоматов сторона. Подозреваемый с этой целью подыскал из числа знакомых пятерых ребят, которые, наняв пока не установленную газель, значит, подъехали к вышеуказанному кафе и, угрожая охраннику травматическим пистолетом «Стражник», значит, сымитировали ограбление этого кафе. Все задержанные свою вину признали. Остается только найти водителя «Газели», чтобы восстановить картину нападения полностью. Жители села Кызылкайрат в Алматинской области вновь жалуются на проблему с водой. Неделю назад мы уже рассказывали о том, что она в краны сельчан с недавних пор подается с червями и глиной. И вот новая напасть. Людей лишили даже этого в кавычках блага. Правда, подарили надежду на чистую воду. Сергей Ким выяснил, о чем не договаривают в акимате сельского округа. Воду для нужд села уже больше 2 месяцев забирают в местной речушке, заваленной мусором и отходами. Ее отстаивали и использовали для полива. Но в начале недели, рассказывают люди, и этот микробный коктейль в Кызылкайрате отключили. Причем неожиданно для жителей. Вода была у нас, ход грязная был, ходил. А что вот тут 2 дня уж как воды нету даже. Нет, ни грязи нету. По словам жителей, в акимате позже объяснили, мера вынужденная. Чистят фильтры и резервуары. Обещали, вода станет чище. Вот это была набратая вода из отстойника, которая подается в Кызылкайрат непосредственно. Техническая вода, которая даже на полив непригодная. Аким Алтауского сельского округа, тот самый, что неделю назад объяснил мутность воды таянием ледников, наконец раскрыл карты. По словам чиновника, чистую воду не дает большой Алматинский канал, несмотря на заключенный договор. Если вот честно мы скажем, да, то у них получилось только зимой они нам подавали воду, с весны, где-то с июня, они уже перестали подавать воду, потому что не хватает у них воды, по-моему. С представителем поставщика воды, бака имени Кунаева, разговор получился коротким и только по телефону. По его словам, воды в баке хватает. А вот водохозяйствующее ТОО, созданное при акимате, задолжало больше 1 000 000 тенге. Они 4 месяца не платили нам. Мы когда потребовали деньги за воду, они отказались от нас. Они нам говорят, что население не платит. А население да платит же им. У них на руках есть квитанции. По 1000 тенге платили каждый двор. Сотрудники организации, обслуживающей БАК, говорят, что подождут выплаты долга до августа. Если деньги на счета не поступят, то будет подан иск в суд. И истинного виновника конфликта выведут на чистую воду. Сергей Ким, Мадияр Залиев, 7 канал, Алматинская область. Предмет, похожий на взрывное устройство, сегодня обнаружили в жилом доме в самом центре Алматы. При ближайшем рассмотрении это оказалось противотанковой миной, правда учебной. На подозрительную находку наткнулись водопроводчики в подвале многоэтажки, когда в очередной раз спустились сверить счетчики. Сколько учебная мина там пролежала и как туда попала, никто толком сказать не может. В считанные минуты на место ЧП прибыли экстренные службы, саперы, полицейские и пожарные. Как говорят очевидцы, жильцов из дома эвакуировать не стали. 4:30 только заявляется какой-то парень. Я говорю, в вашем подвале, говорит, мина. Как мина? А вы кто такой? Говорю, почему не представитесь? Говорю, и фотографии сотки показывает мину в вашем 30-м. Давайте посмотрим. Я дала своих людей. Идите посмотрите, действительно не мина, что ли? Он подтвердил, это, говорит, учебная мина. Чтобы установить точное происхождение учебной бомбы, сейчас ее исследуют криминалисты. Примечательно, что несколько лет назад подобную находку обнаружили и в соседнем доме. В Кустанае в результате спецоперации перекрыт крупный канал поставки синтетических наркотиков. Полиция совместно с ДКНБ задержала одного из крупнейших оптовиков, поставлявших в область героин. Взяли торговца прямо на дороге в областном центре. В его машине оперативники обнаружили более 1 000 000 порошка, который, как показала экспертиза, оказался героином. Полицейские говорят, что задержанный работал по-крупному. Партии продаваемого им наркотика
весили от нескольких сот граммов и выше. Задержали подозреваемого в тот момент, когда он вез очередную партию в собственном автомобиле. В ходе досмотра данного транспортного средства был изъят целлофановый пакет, в котором находилось более килограмма героина. В отношении задержанного избрана мера пресечения, также арест. Также в ходе операции МАК-2014 кустанайские полицейские сумели выявить настоящую плантацию конопли, которую возделывал житель Архалыка. Растения тщательно культивировались, были огорожены, закрыты пластиковыми бутылками. Всего в этом саду стражи порядка насчитали 39 кустов. Хозяин плантации заявил, что выращивал коноплю для собственных нужд. Сегодня в Москве день траура по погибшим в результате крупной аварии в метрополитене. В городе приспущены флаги, отменены все увеселительные мероприятия. Люди идут с цветами к станции метро. Правоохранители уже озвучили основную версию причины ЧП. Асхат Ниязов расскажет о событиях в мире. Основной причиной аварии в московском метро рассматривается неисправность путевой стрелки. По данным Следственного комитета, стрелочный механизм зафиксировали обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. Это повлекло схождение электропоезда с рельсов. По делу задержаны двое сотрудников метрополитена. Это дорожный мастер службы пути Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По данным следствия, они имели непосредственное отношение к работам по укладке стрелочного перевода нового участка пути, который как раз располагается между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Эти работы были проведены с грубейшими нарушениями. В частности, стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, обрыв которой и стал, по предварительной версии, следствием причины этой трагедии. Одна из самых масштабных техногенных аварий произошла накануне в утренний час пик. Между тем, число жертв достигло 22 человек. Пострадали более 160 человек, 139 госпитализированы. Страны-участницы группы БРИКС подписали соглашение о создании Банка развития, который по их замыслу должен стать альтернативой Всемирному банку и Международному валютному фонду. Финансовый институт будет иметь первоначальный капитал в 100 миллиардов долларов и подписной в размере 50 миллиардов, который в равной степени распределяется между учредителями. Банк будет специализироваться на инфраструктурных проектах на территориях стран-участниц. При этом он будет открыт принятию новых членов из числа стран, состоящих в ООН. Штаб-квартиру планируется организовать в Шанхае, а первым президентом банка станет выходец из Индии. Мы хотим выразить благодарность всем, что штаб-квартира банка развития БРИКС будет находиться в Шанхае. Мы будем отвечать за безопасность. С нашим сотрудничеством создается резервный механизм на случай непредвиденных обстоятельств. Мы должны убедиться, что деловой совет БРИКС играет активную роль на мировой арене. 10 человек погибли, порядка 370 тысяч эвакуированы из-за тайфуна Рамасун на Филиппинах. Скорость ветра достигает 205 км в час. Он повалил деревья и оборвал линии электропередач. Отменены занятия в школах, а также десятки авиарейсов. В морских портах его пережидают свыше 6 тысяч пассажиров. По силе тайфун отнесли к третьей категории из 5 имеющихся. В ноябре прошлого года через Филиппины прошел самый губительный за всю историю страны супертайфун Хаянь, полностью уничтоживший или частично повредивший более 1 000 000 домов и лишивший крова над головой 4 миллиона человек. В результате буйства стихии погибли более 6 тысяч человек. Асхат Ниязов, 7 канал. Вы смотрите новости, и вот что вы увидите далее. В Павлодаре наказали полицейских за ошибку с захоронением. Начальник РУВД получил зам по оперативной, по следствию получили неполное служебное соответствие. В Кызылординской области из-за отсутствия водно-спасательных постов растет число утопленников. В Рамазан малоимущие семьи Алматы получили продуктовые пакеты из рук Верховного Муфтия. В начале уразы все эти люди, что нуждаются в помощи, оставили заявки в наших мечетях. Продуктовые пакеты получили только самые нуждающиеся. В Павлодаре наказали полицейских, по вине которых на безродном кладбище похоронен житель города. Стражи порядка сделали это самостоятельно, не оповестив родственников. Глава полиции области рассказал журналистам, что после инцидента устроил так называемый разбор полетов своим подчиненным. Наказаны 6 сотрудников. Увольнять провинившихся генерал-майор не стал. Напомню, Геннадий Бабученко погиб в результате несчастного случая. По данным правоохранительных органов, он задохнулся из-за неисправной печи в одном из крестьянских хозяйств, где работал.
Однако о смерти мужчины родственники узнали лишь спустя 40 дней. Его нашли на кладбище для бездомных. По вот этому факту я у себя устроил показательное, рассматривал показательно результаты этой служебной проверки и наказал где-то около, по-моему, 6 сотрудников. А вообще за это получили начальник РОВД получил, зам по оперативной, по следствию получили неполное служебное соответствие. Кроме того, на брифинге с журналистами Султан Кусетов озвучил новую версию громкого убийства целой семьи в селе Павлодарское. По словам начальника ДВД, возможно, следы ведут во Владивосток, где служил мужчина. Сейчас туда откомандированы следователи. Напомню, в апреле этого года в одном из домов были обнаружены тела 4 человек. Женщина и 2 детей 4 и 6 лет были зарезаны. Мужчина найден повешенным. Полицейские рассматривают несколько версий, в том числе и ту, что преступление мог совершить глава семейства и потом свести счеты с жизнью. Причастность религиозных сект полицейские исключили. «Атлас-джет» нужно запретить. Осуществлять регулярные перевозки казахстанских туристов, считают в Национальной палате предпринимателей. Но в то же время авиакомпания обязана перевести клиентов в Гульнартур. «Атлас-джет Airlines» прекратила выполнять перевозки, ссылаясь на то, что им не поступают деньги от генерального директора Гульнартур, отмечает зампред палаты Гульнар Курманбаева. При этом туроператорам распроданы билеты на рейсы вплоть до октября. Соответственно, авиаперевозчик должен перевести своих пассажиров. Мы намерены провести соответствующие переговоры с компанией «Атлас-джет» с требованием выполнить все необходимые обязательства, которые они взяли, будучи приняв на себя обязательство быть регулярной авиакомпанией, занимающейся вопросами перевозки наших казахстанских граждан на международные курорты, в частности в Анталию. Вот в этом ключе мы ведем эту работу и очень надеемся на то, что международные организации по правилам ИКАО также будут с нами в этом процессе участвовать. Отмечу, руководство компании «Гульнартур» подозревают в мошенничестве в крупном размере. 9 июля УВД Бастандыкского района Алматы по заявлениям пострадавших возбудило уголовное дело. О местонахождении главы компании неизвестно. И как стало известно буквально перед выпуском, по информации Комитета гражданской авиации достигнута договоренность, что авиакомпания «Атлас-джет Airlines» возобновит регулярные рейсы с 19 июля. Осенью на большие экраны выйдет полнометражный фильм про Келинку Сабину. Эта новость сегодня всполошила Казнет. А все началось с того, что звезды отечественного шоу-бизнеса стали выкладывать в своих инстаграмах фото Нуртаса Адамбаева в образе Келинки, добавив пару интригующих строк. Подробнее расскажет Айгуль Жамалова в обзоре новостей сети. Итак, я во внимании. Спасибо, Арстан. Думаю, объяснить секрет успеха этого персонажа уже не сможет и сам Нуртас Адамбаев. Но бесспорно, что Келинка Сабина многим пришлась по душе. Вот и полнометражный фильм, который мы увидим уже осенью, обещает стать одним из самых успешных. Судя по фото, которое появилось на странице Баяны Сентаевой, Сабина выйдет замуж. Пользователи предполагают, что в фильме расскажут предысторию любви двух персонажей. К слову, снимок Келинки в свадебном платье набрал около 15 тысяч лайков всего за 5 часов. Я слышал, многие невестки сравнивают свою судьбу с жизнью Сабины. Есть такие, оказывается. Что еще есть? Вот креативный австриец снял видеоролик, чтобы продать свою подержанную машину. На первый взгляд может показаться, что это дорогостоящая реклама элитного авто. Ведь буквально каждый кадр демонстрирует все прелести транспорта. Однако, читая появляющиеся записи, сложно скрыть улыбку. Автор рассказывает, что машина всегда в гараже, она очень надежна, хоть и заводится с трудом. Австриец даже создал специальный хэштег в Твиттере, где пользователи делятся своим мнением касательно ролика. Знаешь, творческие люди не перестают меня удивлять. Меня тоже. И в заключение расскажу о невероятно талантливых и совсем юных ребятах, которые заключили контракт с Sony почти на 2 миллиона долларов. Трое ребят, которым 12 и 13 лет, прославились благодаря своему таланту и видеохостингу YouTube. Несмотря на возраст, ребята прекрасно играют на барабане, гитаре и бас-гитаре. Ролик набрал 500 000 просмотров и кучу комплиментов. А после их заметили в Sony и предложили контракт, согласно которому ребята запишут 5 совместных альбомов.
Эх, как все в Америке просто. Арстан записал ролик, выложил в YouTube, и ты звезда. Ну и у нас так, засветился на 7-м канале, в твоем блоге и тоже популярен. Спасибо. Спасибо тебе. До свидания. Сразу в 4 густонаселенных районах Кызылординской области нет водно-спасательных постов. Как результат, растет число утопленников. Только с начала года жертвами воды стали 19 человек, из них 4 дети. Впрочем, по словам специалистов, причиной трагедии стала невнимательность родителей. У нас нет станции водоспасателей в Кармакшинском, Шиелинском, Сардарьинском и Жалагашском районах. Бригады из 2 человек, которые работают там, только занимаются профилактической работой. Из-за того, что спасателей не хватает, народ и не знает о правилах безопасности на воде. Впрочем, такая ситуация по всему региону. Дефицит кадров отмечается повсеместно. Причина – мизерные заработные платы. Из-за этого физически подготовленные парни, которые справились бы с такой сложной работой, туда не идут, заявляет ДЧС. Сотрудники Департамента по защите прав потребителей проинспектировали несколько столичных рынков. Проверяли качество продуктов питания. Правда, товар на пробу брали не у продавцов, как делалось это ранее, до введения запрета на проверки, а у покупателей, чтобы уже на месте определить, какой продукцией торгуют предприниматели. За ходом акции наблюдал Бахтияр Даркиев. Объявленный в этом году запрет на проверку субъектов малого и среднего бизнеса серьезно облегчил работу предпринимателей. Однако некоторые контролирующие органы на это вето отреагировали по-своему. Например, столичный департамент по защите прав потребителей. Теперь свои услуги они предлагают покупателям, чтобы те проверяли товарное качество, как говорится, не отходя от кассы. Мы, люди, покупатели, очень благодарны. Молодцы, что санэпидстанция заботится о нас. Услышав о проводимой акции от Департамента по защите прав потребителей, у столов, где сидят специалисты этого ведомства, образовалась очередь. Проверить товарное качество здесь может каждый желающий. В основном делают это покупатели. Приносят овощи, фрукты и колбасные изделия. Что касается продавцов, то идут они сюда неохотно. Говорят, что проверок и так очень много. Инспектируют, по их словам, чуть ли не каждый день. Помимо частных лабораторий, есть и государственные. Местные и областные, это же департамент, все проверяют. А как часто проверки ведутся? Так. Через 2 недели, может, неделя, разные же сейчас. Несмотря на частые проверки продавцов, и сегодня после убедительной просьбы попросили предоставить предлагаемый товар. Сказали, вот идите, проверяйте эту колбасу полукопченую. Мы вот ходили. Колбасу, которую принесла Гульзира Байбекова, к счастью, для нее оказалась пригодной для употребления. Если бы анализ дал положительный результат, то в лучшем случае она бы распрощалась с местом на рынке. У нас ведомств лабораторий много. Вот сейчас ветеринарная служба, у них лаборатории есть. Они все поступают, между прочим, от них поступают. В итоге было взято 246 проб, 115 из которых овощи и фрукты. И лишь в 3 результатах специалисты столичного департамента по защите прав потребителей обнаружили превышение нитратов. Мы все люди, это самое, все друг друга должны уважать, понимать, и как вот это самое. Конечно, есть недостатки, ну а что поделаешь, такая жизнь стала сейчас. Бахтияр Даркеев, Адай Абдильдин, 7-й канал. В центральной мечети Алматы раздавали бесплатные продукты питания. Благотворительную акцию приурочили к священному месяцу Рамазан. Так верующие решили помочь малоимущим, многодетным и инвалидам. Всего около 200 семей. Страждущие получили муку, подсолнечное масло, рис, макароны и сахар. Словом, самые необходимые продукты питания. Все это приобрели на пожертвования прихожан мечети. Руководил всем процессом сам верховный муфтий Казахстана Ержан Хажы Малғажыұлы. В начале уразы все эти люди, что нуждаются в помощи, оставили заявки в наших мечетях. Продуктовые пакеты получили только самые нуждающиеся. Конечно, мы не можем помочь всем, но по возможности стараемся почаще проводить такие акции. Мы призываем всех, кто в силах помочь незащищенным слоям населения, протянуть руку помощи. Как рассказал верховный муфтий Казахстана, подобные благотворительные акции сейчас проходят во всех регионах страны. Такими были события дня. До встречи!